Link Center in Cairo. Site page overview presents educational course number 8, based on general information on English phonetics. Link Center in Cairo. Иностранный как родной. Обзор страниц сайта. Курс номер 8. Общая информация по фонетике. Фонетика – это категория в английском языке, изучающая звуковое строение слов. Все новички всегда начинают обучение фонетике английского языка с самого начала своего курса. Хоть произношение и диалекты в различных странах сильно различаются, однако фонетика всегда одна, и чтобы избежать ошибок в дальнейшем, следует изучить ее как можно раньше. Фонетика английского языка определяет произношение и проговаривание. Ее задача – обучение корректному произношению букв и их комбинаций. Чтобы правильно говорить, читать на иностранном, необходимо знать фонетические азы – произношение всех букв и их комбинаций друг с другом. Обучающий курс номер 8. Фонетика. Общая информация. Чтобы вернуться ко всем остальным курсам по фонетике, нужно нажать вот на эту кнопку. Границы моего языка – это границы моего мира. The limits of my language mean the limits of my world. Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн. Австрийско-британский философ. Один из величайших философов 20-го столетия. Чтобы правильно говорить, читать на английском, необходимо знать фонетические азы, произношение всех букв и их комбинаций друг с другом. Фонетика – это языковая категория, изучающая звуковое строение слов. Фонетика английского языка определяет произношение и проговаривание. Ее задача – обучение корректному произношению букв и их комбинаций. Правильно начинать обучение английскому языку с курса фонетики. Чтобы избежать ошибок в правильном понимании речи, следует изучить ее как можно раньше, так как хоть произношение и диалекты в различных англоговорящих странах сильно различаются, однако фонетика всегда одна. Данная страница сайта содержит алфавит, один PDF-файл, одна видеопесня, два видео по порядку алфавит и также в разброс. Далее, четыре типа слога, аудиовизуальная презентация и онлайн-тест. Затем, транскрипция звуков, согласные, гласные монофтонги, дифтонги, трифтонги, 6 видеороликов. Потом, буквы сочетания, 62 правила в двух фотогалереях, а также к ним 13 тестов онлайн на эти 62 правила. И в завершении на странице представлена тема «Логическое и фразовое ударение». Один PDF-файл и один онлайн-тест.
Язык – это часть нашего организма и не менее сложная, чем сам этот организм. Language is a part of our organism and no less complicated than it. Людвиг Йозеф Йоганн Витгенштейн. Курс номер 8. Общая информация по фонетике. Линк-центр Инкара. Иностранный как родной.